Советского информбюро. В течение 25 июля в районе Ростова наши войска вели тяжелые бои против немецко-фашистских войск. Противник сосредоточил здесь крупные силы и, пользуясь подавляющим численным превосходством, непрерывно штурмует наши укрепления. В отдельных местах ему удалось прорвать наши рубежи и проникнуть на окраину города. Наши бойцы, не щадя своей жизни, ведут борьбу с танками и пехотой противника. Чести к почете две заветные вещи лежат. Это спутники жизни на флоте, без козырька да верный бушлат. Если надо в атаку, ребята, если сердце горит, как в огне, к моему дорогому бушлату без козырку подайте вы мне. Привет, морячок. А ничего, симпатичный. Ой, мамочки, поглядите, он краснеет, не мог краснеть. Сеня, ты бы в монахи шел. Ух ты. Вот бы спинку-то какой намылить. Он хоть бы той. Вышитой кофточки. Слышь, а заикаться не станешь? Она ж тебя в шайке утопит. Прекратить травлю. Как жеребцы, честное слово. Что девчат никогда не видели. Между прочим, начальник школы предупредил. Если хоть один поведет себя с девушками не как командир с подчиненными, то пусть пеняет на себя. Начальник школы не бог, а даже бог не спас Адама от Евы. Бог не спас, а наш начальник школы спасет. Это я вам обещаю. Что ж такое, товарищи? Это я такая, да? Так, будет порядок, вот товарищи матросы, начало. Будет порядок. Не волнуйтесь, все ушьете, подгоните по фигурке, отгладите, будете как на картинках. Инструктор Лагода. Забирайте группу и ведите ужинать. Есть. Не дрейфь, Вовик. Моряки умирают, как герои. Вот вам отец-командир. Он теперь будет за место мамы и за место папы. Приступайте. Значит так, девчат. Отставить. Это что за девчата? Тут моряки, краснофлотцы. Есть краснофлотцы, матросы! Слушай мою команду! Напра! Если б я знала, что здесь такой харч, я бы сал своего прихватила. Мужчина, вот в фуражке. Что у вас? Вот это столько матросу на ужин. Норма. И вы хотите, чтобы я после этого харча фашиста побила? Будьте любезны. Ну вот. Спасибо, добрый человек. Где вас искать, если меня опять обидят? Меня Настя зовут. Тебя как? Лида. А тебя? Марьяна. Коса у тебя мировецкая. Вот этот лопух, отец-командир, уже в тебя втюхался по самые стриженные уши. Да ну тебя. Ну что? Он хорошенький. Эй, отец-командир! Ты нас?
Не разлучай. Понял. Может, давай окно там я? За мной. Лида, ты сюда, ты сюда. А я марш наверх. Здесь. Ой. Чтоб тебя. Начальник. Ты что ж, девчат, прям так на голые пружины укладываешь, а? Ночь перебудете. А утром привезут матрас, и будет порядок. Твое счастье, что ты костлявый. Я б тебя вместо матраса положила. Ножку! Ножку дай! Держи! Равней! Раз! Раз! Левой! Левой! Раз, два, три! Подтягивайте, девочки! Разговорчики в строю! Вместе! Стой! Раз, два! Девочки, ну я же объяснял! Стой! Раз, два! Остановиться надо на месте! Так, неплохо. Пройдите еще раз шомполом. Мамочки мои. Ой, а что там? Драй хоть до утра, чтоб блестело, как пенсне у кота. Чтоб было, как зеркало. Ой, зачем как зеркало? Тебя все равно не увидишь. Молодец. А завтра стрелять, опять копать. Приказано. Есть драйв, что блестел, как пенсне у кота. Баранова. Есть. Гранина. Есть. Белякова. Есть. Борисенко. Есть. Вихрова. Есть. Ой, кончайте скорее, а? Уже ноги не держит. Ведь знаете, что нельзя. Разговариваете. Не на танцульках, в строю находитесь. Холодова. Есть. Чернец. Есть. Опять вы. Да пропади ты. Выйти из строя. Зачем? Подойдите ко мне. Чернуха. Яблоница. Встаньте как следует. Вы знаете, что за пререкание с командиром дают наряды вне очереди? Ой, делайте, что хотите, только отвяжитесь от меня. Дежурный. Жукова. Носова.
В чем дело? Запишите 2 наряда вне очереди краснофлотцу Борисенко и отправьте на камбуз. Ясно. Ой, я не могу. Я бы даже на такого-то гражданки вообще не посмотрела бы. Ну, хоть галите, ну. Ой, сморчок, не сейчас, да я еще буду картошку посылать. Ну, хватит, перестань. Да отбудь ты уже эту чертову картошку, ну. Ну, не могу я, понимаю. У меня живот болит. Я и так прямо еле стою, горчусь, а он с вами на танцы себе лезет. В общем, так, давай раздевайся, ложись спать, а я пойду вместо тебя. Точно. Нет, я сама. А кто там знает, Борисенко я или нет? Нет, я сама. Пусть, пожалуйста. Девочки, а ну-ка уложите ее. Товарищ командир, я краснофлотец Борисенко. Мне тут должны быть 2 наряда. Вне очереди, на кампус. Отдадите дежурному по камбузу. Угу. Но вы такая Борисенко, как я, балерина. А что с Лидой? Да Лида больна. А вы откуда знаете, что она Лида? Ну, исчезайте, пока ваш строгий командир не появился. Спасибо. Да не за что. Что ж так плохо службу несем, Борисенко? А что же это за матрос, который не имел ни одного наряда вне очереди? Где мне прикажете сесть? Будьте любезны, матрос Борисенко. Спасибо. Будьте любезны. Будьте любезны. Спасибо. Какая вы, а? Что? Вежливая какая вы. А можно вас о чем-то попросить? Будьте любезны. Сбрейте свои усы, а? Никак нельзя. А что такое? Вся моя краса в них. Нет, тут на горло не возьмешь. Это же не наш брат, которого хоть по уставу, хоть матюком. Тут матрос. Девушка. Ей на гражданке ручку положено целовать. И в трамвай подсаживать. Ну ладно, я все уже понял, и мне стыдно. Этой русалочке по-человечески, а она тебе чертиков пускай. Глазами поведет, так вмиг забудешь, как команды выговариваются. А крикнешь в слезы. А старшина за тумбочки грызет. А вы когда-нибудь видели военно-морскую дамскую тумбочку? Гибель варяга. Оно так. А посмотришь, и жалко их. Ах, Вовочка. Ну вот мой тебе совет, дружок. Ты девчат можешь ругать, можешь пугать их, а боцманские свои штучки брось, если совесть имеешь. Ну а нет. Смотри. Нервничает. Встать! Встать! Сесть! Встать! Будьте любезны. Слушай, Утачи, тебе делать нечего. Сесть! Так иди бегай вокруг камбуза. Встать! Ну, как вам не стыдно, ну? Сесть! И будьте любезны. Картошечку чистить, а не сны смотреть. Вы бы сами да лучше сели и помогли, чем командовать. Будьте любезны. А не стыдно вам будет? Ай, нет. А возле кого сесть? Да вот возле меня. Будьте любезны. Хоть посижу возле мужского пола. Будьте любезны. Будьте любезны. Почему?
Мастер золотые руки. В усах красота, в руках сила. Мужа бы мне такого. Молодец. Че? Жор, там моя матросочка Борисенко. Ну, будь другом, отпусти ее. Ага. Что специально придумали? Точно. Гениально. Борисенко, на выход! Борисенко, тебя зовут. Ай да Вовочка, ай да скромник. Ой. А вы как тут оказались? А где же Борисенко? Я Борисенко. Пойдемте. Вы понимаете, Лена никак не могла, но она заболела. А я пришла вместо нее. Так. А вы пришли прощения просить? Ну, хватит. Ну, а все-таки? Товарищ Чернец, ну что вы от меня хотите? Ну, чего мы стоим? Пойдемте. Ой, как темно. Я даже не вижу, куда идти. Ну, пойдемте. Давайте лучше постоим, пока глаза привыкнут. Можно и постоять. Ну, вот и постоим. Ну, постоим. О, Господи. Ну, зачем меня назначили командовать вами? А вам не нравится нами командовать? Да, радостей мало. Скажите, пожалуйста. Давайте руку, а то мы так до восхода солнца достоим. А вы на Лиду больше не сердитесь? Да я не умею долго сердиться. Товарищ командир. А? Вы, может быть, отпустите уже мою руку? Кто тут ходит? Это я, товарищ лейтенант. Краснофлотец Лагода. Вот матроса с камбу заведу. Разве матрос сам дороги не знает? Или боится? Так получилось, товарищ лейтенант. Вот радиограмма на имя командира десантников Задерии. Отнесите в порт и вручите лично. Слушаюсь. Ну что, товарищ командир, идите. Так приказ был обоим. Идете со мной. Слушаюсь. Чтоб тебя на шкуродер не сдали, чтоб ты хозяина своего покусал, а хозяин тебя, черта. Ну что, сдрефила, матрос действующего флота? Марьяна, можно вам что-то сказать? Говорите. Я вас еще в первый день заметил. Вы были в белой вышитой кофточке, правильно? Правильно. Ну, вот и я тогда еще подумал, что вы красивая. Подождите меня здесь, ладно? Thank you.
Давайте я вам стихотворение прочту. Читайте. Стою на вахте, в море штиль безбрежный, нигде ни огонька, затмение, война, и даже звезды светят осторожно, а камни плещется волна, она то с гальку играется лениво, то с чайками беседует она. Ну вот и все. Скажите, а кто эти стихи написал? Да был один приятель, пописывал. Неправда, вы их сами написали. А откуда вы взяли? Потому что так плохо, только свои стихи читает. Ну, я. Ой, не могу больше. Да фу, проклятый чурбан. Товарищ командир, может, хватит на сегодня, а? Уже сил больше. Обстановка, сами знаете, сложная. Поэтому приказано ускорить подготовку радистов и заниматься в две смены. Сегодня после отбоя выйди к морю, тебя там будут ждать. Угу. Моя бабушка, ей уже за 90. Она кастрюли лучше чистит. Держи. Вот зануда. Я такое придумала, что сейчас будет. Эй, после отбоя выйди к морю. Велено передать. Это вы? Я. Вы мне хотели что-то сказать? Я? А что, разве вы меня не звали сюда? Я, мне Лида. Я звал. Подумал, что ты гордячка. Ну вот, еще никогда гордячка не была. А мне показалось. А почему? Потому что ты очень красивая. Марьянка. А? Ты у меня лучше всех на свете. Краснофлотцы! Сейчас начинается ваш путь на войне. Вы еще молоды, слишком молоды, но уже сейчас знаете, что служба на флоте – это не игрушка. А скоро сами убедитесь, что война – это черный, кровавый труд. Мой вам совет – берегите и защищайте друзей. Даже если вам самим придется умереть.
потому что друзья, и только друзья, сохранят и защитят вас. Это неписанный морской закон Красного флота. Свято чтите его. До свидания, товарищи краснофлотцы! До свидания, товарищи краснофлотцы! До свидания, девчата. Отряд, равняйсь! Ирра! Напра! Уф! Шагом! Марш! Раз, 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 два, три! Раз, 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 два, три! Найди меня, слышишь, давай. Обязательно! Раз, два, три! Раз, 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 два, три! Наши кубрики в чести, в почете, где заветные вещи лежат. Это спутники жизни на флоте, без козырка за верный бушлат. Если надо в атаку, ребята, если сердце горит в огне, к моему дорогому бушлату без козырку подойте за то, чтобы краснофлотца Лагоду принять кандидатом в члены ВКПБ. Надежный парень. Да, такой не подведет. В боях показал себя хорошо. Против нет? Единогласно. Поздравляю, матрос. Товарищ замполит, разрешите обратиться? Только что очень важно. Ну, а теперь есть предложение закругляться. Через перевал марш предстоит нелегкий. Минуточку, товарищи. Только что получено важное сообщение Совинформбюро. Сегодня, 2 февраля 1943 года, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию вражеских войск, окруженных под Сталинградом. Ура! 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 Бесконечно жаль моих несбывшихся мечтаний. Еда, а вот ты говорил, ты кого-то любила на гражданке? Ну, любила. А теперь любишь? Ты что? Я уж давным-давно и забыла, какое. А что можно забыть? Господи, конечно. А если он тебя поцеловал? Ну что? Ой, счастье. Как что? Так это же... Так это же измена. Ой, что это с тобой, а? Я Володю забыла. Ты что? Совсем? Ну, я не знаю, но ты понимаешь... Ну, я уже 10 дней о нем не думала, ну, совершенно. А ты часто влюблялась? Я? Угу. Нет, ну, только Володя. Ой, а я часто. Как скучно станет, придумаю себе любовь. Знаешь, хожу, переживаю вся, мучаюсь, страдаю. Я бы, знаешь, какую хотела любовь. Какую? Как в кино. Ой, что прямо от нее вся сгорать! Никогда не хотелось. А помнишь, ну, Юлий Дуброев? Ну, я ее себе придумала, а потом оказалось тюти-матюти. И что, забыла сразу, что ли? Ой, знаешь, всех помнить, башка треснет. Лидка, ну как же ты так, это же о любви. Короче, хочешь любить, люби. А я знаю, что на расстоянии любви не бывает. Вот. Не может этого быть.
Ну, ты же своего Вовочку забыла. Неправда. А ты сама говорила. А я его не хочу забывать. Понятно? Понятно. Мучайся. Лида, а может, это и есть любовь? Ну, это кто как понимает. Ладно, давай спать скоро на вахту. А твой где? Я и нашел тебя. Ну, здравствуй, Марьянка. Ой, мой товарищ командир. Ты! Только тихо. Вы можете меня ругать, но я вас поженила. Что? Сказала начальнику, что вы уже год как женаты. Ты, Марьянка, об этом личном деле не писала, чтобы служить тебя взяли, понятно? А Кобляй поверил и решил Володьку взять к нам. Только вы меня не вдавайте. Угу. Марьян! Ты только посмотри. Откуда это у тебя, а? Да было дело. Десант ходили. Марьян, можно я прилягу? Конечно. Давай ложись. Все, ложись. Ой, мама. Ой, что это, Володя? Черт, рана открылась. Сейчас я аптечку принесу. Сейчас мы перебинтуем все. Слышишь, Володенька, что я подумала? А? Правда же хорошо, что мы с тобой встретились. Правда? Страшно подумать, что было бы, если бы я тебя не встретила. Но почему нам выпало любить в такое время? Из своего времени не выскочишь. Володя, а я тебя чуть не забыла. Честное слово. Ну что ты говоришь? Не веришь? А ты поверила бы? Я? Да ты.
кто? Беглец этот где? Какой? Здесь я. А, здесь? Ну, хорошо. Так. Сегодня же под трибунал. Самоволку бегать. Весь госпиталь дыбом ищут, а он в теплой постельке вылеживается. Встать. Отставить. Лежи. Где нога? На месте. Болит? Болит. Выпороть тебе мало. Если б я знала, что ты такой ходок, отрезала б тебе эту чертову ногу по самое это. Бегом за носилками. Иди сюда. Твоя работа. Что? Кто тут парня 3 дня держал? Никто его не держал. Цыц! А ты знаешь, что у него могла быть гангрена? Так нету гангрены. Цыц! Это счастье твое и его. Понимаешь, женатики, что ли? Он мой муж. Нашли время. Так не было другого. Ну что вы там возитесь, как паралитики? Смеешься? 3 дня держала дезертира в своей постели, а теперь смеешься. Всех пересажаю. Всех. Где командир части? И его посажу. Всех под трибунал. Всех. Я вам покажу, как смеяться. Цыц, не реви противно, баба. Давайте быстрее. Еще раз убежишь, отрежу ногу начисто. А ты приходи в госпиталь, скажу, что пускали. Как твоя фамилия? Чернец. А, все равно забуду. А ты приходи. Нельзя. Уходим. Володя, мы теперь не одни. Ничего не пойму. Нас теперь будет 3. 3, понимаешь? Ничего не слышу. Ну, ребенок будет у вас. Врач сказала сын. У тебя. Ага. Ты ж теперь береги себя. Слышишь, Марьянка? Ух ты, елки-палки. Горе на болоте один дурак поставил поти. Чего злой? Фашисты гады Аджер потопили. Говорят, разнесло в куски. Плохо. Психическое потрясение, шок, кровотечение и выкидыш. Да. Не повезло девке. Да, может, это и к лучшему. Меньше неприятностей будет у девушки по службе.
От имени службы вам благодарность. От имени врачебной совести позор. А от моего имени совет. Больше молчите. Цыц! Как дела, дочка? Эх ты. Как же тебе не повезло. Крепись, дочка, крепись. На то она и война, что на ней убивают. А почему бы тебе не поплакать, знаешь, так, по бабе? Сразу бы легче стало, а? Дайте мне что-нибудь, чтобы уснуть. Я скажу, дадут. Ты послушай меня старую, поплачь. Я хочу уснуть. Тебе нужно какой-то открыть клапан, чтоб горе вылилось. Не держи его в себе. Я хочу уснуть. Если б я знала, что так получится, списала б твоего мужа на берег. Был бы жив твой парень. Уйдите отсюда. Иду, дочка. Иду. А тебе кто разрешил вставать? А ну быстро! Штрафбат захотел! Я тебя к кровати привяжу. Лида, ну не надо. Прости, прости. Ай, я тебе гостинцы принесла. Все наши с радиостанции передают тебе привет. Спасибо. Каплей Зазуля спрашивал, не нужно ли чего. Спасибо, ничего не нужно. Лида, про Адлер больше ничего не слышали. Слышали, но я не знаю, как. Рассказывай. Адлер погиб недалеко от Пицунды. На базе Овра слышали взрыв и видели пламя. Адлер вез бомбы. Никого не нашли. Лида, ты иди. Ой, я хочу одна побыть. Марьяночка. Лида, ты иди. Господи. Вы что, не спите, больная? Я не могу спать. Мне страшно. Ай, мамочка. Мамочка. Ай. Ай, мам. Ай. Ай, мам. Ай, мамочка. Ай, мама. Больно тебе, браток? Ай, мамочка. Пальцы болят. Кто-то выкручивает. Попробуй не думать о руке. Попробуй уснуть. Ай, мама. Так лучше будет. Сядь возле меня. Ай. Ой, мама. Ой. Покачай. Легче будет. Ой. Thank you.
Пустите меня на фронт. Я, Чернец, все понимаю. Но я прошу. Ребята у нас хорошие, отличные. Панькаются с вами. И зачем вам от хорошего уходить? Но я сказала, что уйду и уйду. Молчать! Ты что это за фокусы по службе? Понимаешь, узнал бы Петр Первый, что вас берут в матросы, он бы трижды в гробу перевернулся. Кругом. Да не реви! Я тебе добра желаю. По-хорошему. Не хочешь слушаться? Не надо. Не буду слушать. Значит, ты радистка. Не ты, а вы, товарищ лейтенант. Изучайте устав внутренней службы. Ах, скажите, пожалуйста, значит, вы радистка? Так точно, я радистка. И зачем же вы пришли ко мне? К вам. Пусть еще нянька ходит, товарищ лейтенант. А я пришла во флотский полуэкипаж. Как разговариваете? Как вы нуждаете. Молчать. Да ну ее. Третью команду. В батальон задери. Стреляная птичка. А вы как думали? Салют, девушка. Я бы на такой не женился. Разрешите зарыдать? С таким характером пропадешь, девушка. Дикая ты какая. Обыкновенная. Только вот ненавижу таких щенок. Еще весь похоже смотрит так, будто раздевает. Так ведь любит он вашего брата. Пусть идет на передовую, там родину любит, а не здесь нашего брата. Ух ты! Отшила ты его верно. Но улыбнись ты ему. И служила бы в штабе. А так топаешь в батальон морской пехоты. И все? Ну? Я, между прочим, добровольно шла служить не каким-то лейтенантом, а родине. Кстати, мой муж тоже служил в батальоне морской пехоты. Ясно? Ты мне про долг перед Родиной не кричи. Ты кричи про портянки, которых нет. Ремней нет. Мыло. Товарищ майор, вот вон радист просили. А парня не было? Что я сделаю, что ли? Ша. Если сделаешь, такие занюханные паршивые, как ты, все равно не подойдут. Все. Давай документы, будь здоров. Есть.
А вас, между прочим, никто не заставляет. Вы можете отказаться от меня. Ша, ша, ша! Это уже, товарищ матрос, мое дело. Вытряхмайся из бушлата, будем знакомиться. Фамилия? Чернец Марьяна. Прекрасно. Садись. Только берет свой сними. Вот это коса. Спасибо. Не за что. Потому что придется отрезать. Не будет дела, товарищ майор. Ну, о таком фронтовом животноводстве, как вши, ты слыхала? А это уже моя забота. Была бы ты парнем, я бы тебя без лишних слов под нулевку. Ну, а поскольку ты девушка... А? Спасибо, товарищ майор. Не за что. Откуда к нам пришла? В личном деле все написано, товарищ майор. Ну, что написано, я прочитаю. А что ты мне скажешь, я нигде не услышу. Я пришла из радиостанции Овра. Сама или попросили? Сама. Почему? Муж у меня погиб. Недавно. Ну, я не смогла я там больше, в тылу. А говоришь, что написано. Это ж не написано. Конечно, нет. А ведь это главное. Возможно. На фронте, конечно, не было. Нет. Ну, побываешь. Фронт не пивная. Твою кружку никто не выпьет. Так вот. Мы десантники. И что тебя, матрос Чернец, ожидает, не знаю ни я, ни сам Господь Бог. Остаешься? Твоя воля. Нет? Говори сразу. Я беру только добровольцев. Остаюсь. Ну, смотри, чтоб потом не жалела. Ребята у нас дружные. И хотя с правилами хорошего тона знакомы очень поверхностно, это честные и смелые парни. Уже знаю. А ты мне нравишься, матрос Чернец. В карман за словом не лезешь. Так нет же карманов на юбке, товарищ майор. В голове приходится носить запас. Молодчага. А теперь орг-вопросы. По дамской линии командиром у тебя будет старшина первой статьи Маруся Ушакова. Ты о ней наверняка слышала. Ее подвиги во всех газетах описаны. Она действительно храбрая и действительно хорошая. Внимание! Позови Марусю Ушакову! Есть позвать Марусю Ушакову! А по специальности твоим командиром будет лейтенант Балдинов. Толя! Ты его знаешь? Это друг моего мужа. Лагоды? Да. Вот так бывает, Марьяна Чернец. Мы с Володей... Такой парень была. Точно, что погиб? Точно. Жаль Володьку. Садись. Марьян. Надя! Звали? Знакомься. Марьяна Чернец, радистка. Маруся. Марьяна. Жена Володи Лагоды. Помнишь его? Ну, а как же? Погиб, Володя. Да ты что? Ну, как же так? Жаль парня. Садитесь. Помянем Володьку Лагоду.
не скажет ни камень, ни крест, где легли. Во славу мы русского флага. Теперь, Маруся. И не говори. Давай сразу, чтобы тебе все ясно было. Тебе скажут, что я майорова сожительница. А Иван мой законный муж. А почему не знает этого? Он черт выгнал меня к девчатам. Сказал, иди к обществу, поменьше чеши языком, что мы с тобой женаты. Чтоб мне потом не пели, как Стеньки разом. Это кончится война. Потом мы расстаем. Ох, Вать, такой характер, что не приведи, Господи. Не дрейф, девушка, я не кусачий. Что тебе от меня нужно? Ну вот, братва говорит, что я не познакомлюсь, а я считаю, что флот порядок любит, и не может быть, что флотяк флотяге имени сказал. Ну? Вот я, к примеру, Перов Николай. А что тебе от меня нужно? Ну, я же сказал, познакомиться. А ну дай пройти. Имя скажи. Дунька. Брешешь. Ну, пропусти. Ну, ты скажи имя. Чтоб ты потом ребятам хвастался. Кто, я? Да, чтоб меня украли. Чтоб я под танк кинулся и ура крикнуть не успел. Не в жизнь. Марьяна и меня зовут. А я знал, что тебя как-то красиво зовут. Николая придерживайся. Дружить так дружить. Кто тебе сказал, что я с тобой дружить буду? Я знаю, потому что я хороший. Ой. Ты у меня как за броней будешь. Прыгла кому, пожалуйста. Вот одному в челюсть дам, а у десятерых отвалится. Разрешите войти. Значит, на фронт бежали. А то куда же? В тылу надоело небо коптить. Патриоты, значит. Патриоты или нет, я спрашиваю. Выходит, что так. Ха. Дерьмовые, а не патриоты. Ты чего здесь? Я питание к рации выписать. Садись вон там и пиши. Наш крейсер с начала войны на ремонте. Мы же на фронт бежали. Я вам даже трибунал поверил. Кровью готовы искупить. Кровью? Искупить? Вам не жалко своей крови? Так зачем же на фронт бежать? Мотайте в гальюн и там вены себе режьте. Если бы здесь писалось, что вы хватили лишнего и где-то сутки проспали, или к бабам, скажем, прилипли так, что службу забыли, черт их бери. Морду бы набил, но взял. Простить нельзя, но хоть понять можно. Но когда военные моряки доблестного Красного флота сознательно покидают боевые посты и сознательно бегут, пусть даже на фронт. Таких моряков надо расстреливать, потому что такой патриотизм может стать позором. Вы мешки с клопами, а не патриоты. Тараканы вы камбузные, а не матросы. Идите ко всем чертям, чтоб я вас не видел. Бери их. Куда? А куда хочешь? Хоть к стенке.
Мог бы пожалеть ребят. Это что, гуманность? Ага. Нас здесь собрали не в песочке играть. Наверняка бросят в такую дыру, откуда можно пройти к победе либо в ад. Я должен быть уверен в каждом, все должны верить мне. А если их действительно расстреляют? Значит, на два дезертира станет меньше. Ну что ты тянешься? Подтянись! Держись! Ты слишком крутой, батя. Мне людей в ад везти. И не только туда, но и назад выводить. Значит, если они дрянь, так должны в тыло ошиваться. А разве дрянь достойна родину защищать? Ты сам никогда не ошибался? Еще как. Не могу больше. Но ошибка ошибки. Рознь. Хочешь жить, сможешь. Давай, ребята, давай. Наш комиссар добренький. Но наш комиссар храбрый, потому иду ему навстречу. Спасибо. А я приказываю только один раз. И дважды не повторяю, даже если прикажу умереть. И не дай бог кому-нибудь не выполнить мой приказ. Ясно? Ясно, товарищ майор. Слушай, Николай, знаем меру? А я знаю. Без меры знаешь, что может быть? Ну. За Николая держись. А у тебя любовь есть? Только честно. Погибла моя любовь. Я тебя прошу, если ты хочешь дружить, то давай. Только без ухаживаний. Да я что? Чудачка. Боевая тревога! Выходи строиться! По утро! Товарищ адмирал, батальон морской пехоты особого назначения к жизни и бою готов. Выстроен по вашему приказанию. Здравствуйте, товарищи матросы! Стрелять! 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 Вольно! Вольно! Почему воротник расстегнут, товарищ матросы? Пуговица оторвалась, товарищ адмирал. Так что, я должен пришивать ее? Она только сейчас оторвалась. От усердия. От всего сердца здоровался с вами, товарищ адмирал. Стоит ли? Стоит, товарищ адмирал. Ваша фамилия, старшина? Ушакова. Мария? Так точно. О, вон вы какая. Ну, я, знаете, представлял себе. Маленькая маскироваться легче, товарищ адмирал. Сколько вас на боевом счету, Мария Ушакова? 97 фашистов, товарищ адмирал. Молодец. Значит, говорите, стоит. Так точно. Я уже в третий десант с майором, вот. Ну что ж, Мария Ушакова, благословляю. Спасибо, товарищ адмирал. А вы? Что, товарищ адмирал? Боитесь? Не знаю. Правильно. Ваша фамилия? Матрос Чернец. Желаю успеха, матрос Чернец. Спасибо, товарищ адмирал. Ну как, комиссар, готов батальон? Так точно. Коммунисты во всех отделениях и взводах поведут за собой. Матросы, вы ждали этого часа. Часа наступления справедливой мести врагу. Он наступил. Вперед! Смелее захватывайте плацдарм. Уничтожайте врага. Этого требует справедливость. Родина. Память о погибших. Вперед, матросы!
Тактическая задача батальона. Захватить плацдарм. Удержать его до темноты, чтобы обеспечить высадку второй группы десанта. Главное не потерять способность соображать. Если страх затуманит мозги, пиши пропало. Назад не иди, там гибель, слышишь? Иди туда, где все. Не дрейф. Хорошо. О, вы здесь, а батя спрашивает, где чести носит. А ну давай. Давайте, красотуки, пошли. Бегом. Вы чего уселись тут, как куры на насесть? Ой, да страшно же идти в помещение. Бойся, не бойся, замуж все равно выходить надо. Иван, что ты мелешь? Есть, та старшина первой статьи. Больше не буду. Нет, Вася не годится. Его раз послали под Одессой хуторок разведать. Он долго ходил, а вернувшись, сказал, если ехать на танках, то взять его можно, а пешком нельзя. Почему? Собак много, покусают. Боишься? Немножко. Но если немножко, тогда герой. Я в первый раз сильно дрейфила. Ну-ка. Зачем ты их притащил? Ну, батя велел. Чтобы вы не похудели. Завтра работы будет много. Так что, вы, братцы, ничего не видели на пирсе? Ну что же вы? Ну как же так? Идет наш батя перед строем. Увидел нашего Федю и говорит адмиралу. Это тот самый Федя Пузик, о котором я вам рассказывал. Главный объедало флота. Да брось ты! Да перестань! А вот ты говорил, что ты убил 97 человек. Это правда? Только не убила, а уничтожила. А страшно, что уничтожила. К врагу надо относиться как к врагу. И уничтожать его как врага. Ой, мне кажется, скорее умру, чем кого-нибудь застрелю. Так решило партбюро. Есть. Товарищ капитан. Да. Вот. Что это? Ну ты, если что, я тоже. Сделаем, товарищ замполит. И вот еще, Перов, вам партпоручение. В бою будете опекать новичка Талалу. Разрешите просьбу. Можно опекать другого новичка. Краснофлотца Чернец. Можно. Есть. Сигнальщик, давай зеленую. Торпедные. Ура!
отыщу. Он мне голову оторвет. Я тебе здесь оторву ее. Ты, Ловелас Флотский, будешь службу нести или дамам прислуживать? Найди карху Барбарцева, скажи собираться, он за тем камнем, видишь? Есть! Давай жми! А ты молодец, беду убежала. А? Здравствуйте, сюда? Да, кажется, все в порядке. Хорошо. Видишь вон тот камень? Ага, вижу. Давай туда. Сейчас. Стой. Что? Где тебя так ободрало? Не заметила даже. Считай, тебе повезло. Андрей, нормальное начало. Да. Иди! Вон на той высоте, видишь? И обходим слева. Чернец! Чернец! А ну, будь мужчиной! Что? Очухалась? Что? Говорю, молодец. А? На, выпей. Вот, теперь ты уже немного знаешь, что такое фронт. Настраивай рацию. Сейчас. Ой, что такое? Я, кажется, ранена. Тут кровь. У кого есть пакет? Перевяжите быстро. Ой, нет, я сама, сама. Быстрее давай связь. Ага. Ну что, партийное руководство, как дух воинства? Воодушевленные тобой орлы рвутся в бой? Прием. Дух воинства подходящий. Ответьте, сокол, ромашка. Фашист вдохнет, одуреет. Так. Еще что? Ну еще. Патроны кончаются. Знаю. Раньше ночи не подвезут, а рубежи нам нужно удержать. Если покатимся, тогда напрасно старушка ждет сына домой. Товарищ комбат, я из роты ЦИБы. Фашист зашевелился, а у нас с патронами туго. Связи нет. Троих уже послал наладить. Куда девались? Сам налаживай, а то если я тебя куда-то пошлю, будет хуже! Есть. Давай за мной. Надо тебе, дорогое мое партийное руководство, идти и сказать хлопцам, чтоб сидели в своих норках и не рыпались. Беречь каждый патрон. Со мной что случится, первым заменит карху, вторым Барбарцев. Чтоб без паники. Есть. Ну-ка, лодырь, поработай. Вырыть за камнем траншейку, будем защищать наш КП. Господь, не дадут. Кто это? Ага. Молодец, что наладил. Лежи теперь там. Что патроны кончаются, держись и умри. Кто отойдет, буду расстреливать на месте. Все! Держаться! Ножами, зубами! Патронов нет! Все! Товарищ командир, третья рота. От тебя никаких просьб. У тебя комиссар? Я знать ничего не хочу. Держаться! Леша, прикрой! Большую землю давай, без кода. Так ведь в крайнем же случае. А это какой средний? Включай! Шторм, я бриз. Шторм, я бриз. Высылайте штурмовую авиацию. У меня на исходе боезапас. Немедленно высылайте штурмовики. Жди, что ответят. Ага. Ромашка, ромашка, ромашка. Отвечайте. Ромашка, ромашка. А черт. Опять эти добры. Слушай! Где комбат? Не знаю. Там, в траншее. Что с патронами? Не знаю. Комбат приказал держаться всем. Иди ты и держи, сколько влезет! Где патроны? Патроны нужны! Патроны! Батя! Батя! Чё? Там телефоны разрывают! Куда тебя вынесло? Ой, там страшно одной. А здесь нет? А ну давай назад. Я патроны требую.
Чигон, за мной! Я сказал держаться, хоть Батя! Умри! Батя! Батя! Чёрт! Я знаю, где лайба с патронами затонула. У берега. Батальон на сутки хватит. Давай. Сделаю шорлен, дам. На героя представлю. Есть. А ну-ка, девушка, отвернись, чтоб мне с включенной сиреной вперед пятками лазить и дым из ушей пускать. Зензи, зензи, русиш дунков, а ля авто наклядунг. Алло! Матрос достает патроны. Отвлечь огонь на себя. По отделению и на переноску ящиков живо! Слушай, пришли ко мне, Марусю. У них здесь снайпер. Косят ребят на берегу, может Николая убить. Только предупреди Марусю. Объясни ей все, скажи, что осторожно. Я тебя прошу. Ну, идиотка же ты. Ну, сколько раз тебе говорили, что ты таких номеров не откалывал? Ну, куда тебя несло? Не видел, а? Аккуратно. Давай. Мария! Найди того гада и убей, а то он Николая убьет! Комбат вышел из строя. Команду принял я, комиссар Карху. В атаку! Пошли, ребята! Передавай на большую землю. Батальон на плацдарме закрепился. Высадка подкрепления началась. Комиссар Карху. Голову мне оторвать не уберет, батю. Товарищ капитан, мы радисты. Кому нам здесь? К ней. Бывали в боях.
Нет, впервые. Ну, побываете еще фронт, но пивная вашу кружку никто не выпьет. Пошли, ребята, родину защищать.